Вид из окон армавирских многоэтажек преображается на глазах. Начиная с прошлого года, один за другим были отремонтированы 79 дворов. Тогда рабочие ООО «Дорстройтранс» трудились над обликом территории вокруг соседней многоэтажки, а теперь принялись за дом по советской армии 31. Увеличился объем во дворах. Вот вы видите, плитка, да, появилась, брусчатка тротуарная. Резиновые покрытия на детских площадках будут. Более такие совершенствованные будут уже малые архитектурные формы. 80 квадратных метров будет резинового покрытия на детской площадке. И будут качели детские, лавочки со спинками в этом году, кстати, по просьбам жителей, чтобы им было удобнее. Более 1000 квадратных метров нового асфальта и разноцветной тротуарной плитки будут не только радовать глаз, но и помогут поддерживать двор в чистоте. Изменения коснутся и планировки. Здесь появится большая парковка и 4 зоны отдыха. 3 из них будут оборудованы беседками, а другая – современными горками и качелями для детей. Подобных новшеств здесь ждали с 70-х годов. Детская площадка была, там горка была, там качели были, все. Больше у нас, ну, когда заселились, у нас была это вот, ну, как песочница была, все. Потом все получилось, поломалось, ничего, качели вон остались те. А сейчас-то, конечно, все будет красиво, все хорошо. Они вот с 8 до 7 вечера и до 8 работают хорошо, ребята. Позаботились и об озеленении участка. Аварийные ветки деревьев спилили, а после укладки асфальта обустроят клумбы. Специалисты планируют завершить работы уже на следующей неделе, до 20 октября. Реконструкцию проводят по программе формирования комфортной городской среды, в рамках которой на ремонт этого двора было выделено почти 4,5 миллиона рублей. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир».